Приветствую вас, и давайте мы начнем с того, что подобное вот ваше состояние, которое сейчас у вас есть и наблюдает, оно возникло не вчера и не в ближайшее время. Оно возникло у вас, судя по всему, какое-то продолжительное время назад, вследствие чего вы постепенно, именно постепенно, начали терять свое собственное «я», погружая его под массив мнений других людей. Так вот, а тонкость как раз в том, что вначале у вас было первичное сомнение. И вот это вот самое первичное сомнение, то есть сомнение, с которого все началось, оно у вас породило определенные эмоции, определенные переживания, может быть, и чувства. И эти чувства не были выражены должным образом, не были выражены правильно, не были выражены соответствующим путем. И именно поэтому, именно потому, что вот так случилось, вы и начали запутываться. Вы начали испытывать определенные негативные эмоции, негативные переживания, которые впоследствии у вас вылились вот в ваше, собственно говоря, такое вот запутанное состояние. И для того, чтобы распутать вас, я думаю, необходимо определить, с чего все началось. Определить ваше первичное сомнение, ключевое, которое не было разрешено должным образом вами, вследствие чего и вы оказались в такой вот ситуации, в таком положении. Далее, когда и если проблема будет решена, то есть когда вы решите свое первичное сомнение, или лучше правильно сказать, разрешите его, вы получите, скажем так, определенный метод решения тяжелой, спорной для вас ситуации, который и будете применять для того, чтобы решать свои проблемы, решать свои задачи, которые появляются, надо сказать, часто, которые появляются, надо сказать, периодически. И нужно все-таки иметь наготове, метод решения этих самых задач. И вы его пока что не нашли. И вот именно по той причине, что вы его не нашли, у вас и имеются эти проблемы.
Итак, суммируя то, что я сказал, хочется сказать следующее. Нам предстоит, в частности, вам предстоит, если вы, конечно, готовы работать над собой, вам предстоит через ретроспекцию, через ретроспективу найти ваше первичное переживание и проработать его. Условно говоря, найти из этого переживания, найти из этого противоречия выход. И когда и если вы это сделаете, а я уверен, что вы можете это сделать, и можете сделать это достаточно легко, когда и если вы найдете данный выход, то у вас тут же множество проблем разрешится. Ваш дефицит в том, что у вас, что вы не имеете метода решения своих, своих проблем. Ну вот, не имеете вы метода решения этих задач. И поэтому, у вас и происходит такая запутанность. В поиске метода решения первичного противоречия я думаю, смогу вам помочь, так что обращайтесь за помощью, можно вашу проблему решить. Если ответ понравился, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего доброго и удачи!